очень себя чувствую, отравилась. Живот болит. Ходила, покупала пробиотики себе. Привет! Я... Ой, красота! Смотрите, сейчас какой кубок. Я, где я, что происходит вообще на Бали? Пей, блядь! Вот, сука. Вот эти пип, это просто... Я иногда не замечаю, иногда меня уже просто бомбит. Но, короче, надо просто меньше гулять пешком здесь. Именно возле дороги, это пипец. Пип. Да, тарантас свой давай. Не надо мне, но это мне. Короче, решили мы прогуляться. Я мокрая, как собака. Как вот эта собака. Он вообще в отключке. Он своими лапками дошел пешком туда. Обратно, половина пути. Я уже смотрю, он тормозит. Все, не вывозит. Смотрите на него. Сейчас покажу. Ты что? Он очень устал. Мы еще сегодня с ним впервые ездили в ветеринарку. Сказали, что у него все хорошо. Сука. Байк. Если мне нужен байк, я скажу, чувак. Бонни, не время, подожди еще. Давай дойдем до дома. I will say if I need. Долбоеб. Простите меня, пожалуйста. По-другому никак. Вот я иду, а он меня преследует. Байк-байк. Байк-байк. Ну ладно, не будем нервничать. Они тут многие больницы без образования. Они даже в школу не ходят некоторые. Другая у них культура, менталитет. Зайдем мороженку поесть. Хотя нет. Yes. I will go, thank you. Что, решили меня тоже своими вопросами. Вы тут были до этого? Какая разница? Собаке попить нужно. Ну, сейчас я дойду до дома, попою его. Да, английский хорошо знаю. У меня было много возможностей попрактиковаться. Ему очень жарко, да. Мне осталось буквально 2 шага до дома. Короче, он еще так спит, потому что он маленький, он много, еще маленький, устает, поэтому быстро. Сейчас, ребята, дойду до дома, потише немножко будет. Реально эти звуки уже просто. Я как? Я, короче, отравилась. Я себя не очень чувствую. У меня такая слабость. Еще эта жара. В целом, хорошо. Есть немножко какое-то потерянное состояние перед Новым годом. Но я думаю, это нормально. Ощущение, что у меня сейчас какой-то период такой, когда я больше в себе, меньше с внешним миром взаимодействую. Раньше было по-другому, раньше я больше с людьми общалась, больше куда-то выходила на мероприятия.
сейчас нету желания особого. Не знаю. Я меняюсь очень сильно. Меняется мое отношение к жизни. Как ваши дела? Как самочувствие? У кого-нибудь есть что-то похожее? Все, Бонечка, мы пришли. Почти, Бони. Бонифаты, ой. Давай. Иди. Пешочком немножко, пару шагов. Идем. Смотрите, как он старается. Пойдем. Он так идет, идет. Быстро, быстро, быстро. От меня не отступает. И все люди, кто его видит, все говорят: «О, май гад! It's so cute!» А у Димы или есть девушка? У Димы бывают девушки периодически. Язык знаю один, ну два. Родной и английский. С дома два, ну вот вчера с Аней переписывались немножко. С Самониной. Мне очень она нравится. Такая милая, хорошая девочка. Добрая. Все, заходи, Бонни. Вот, тут у нас еще коты есть. Пойдем, пойдем, ну не переживай. Пойдем, иди сюда. Иди, Бонни, молодец, иди сюда. Давай, давай. Давай, иди. Иди сюда, давай. Ну иди, ты же умеешь, давай. Не прикидывайся. Иди сюда, Бонни. Иди сюда. Иди. Что ты там видел? Пойдем домой. Сейчас я вам покажу, какие у него тарелки красивые я купила. Лучше, чем у некоторых людей. Дима говорит, у нас тут на вилле хуже посуда, чем собаки. Ну, реально. Сейчас. Извините меня за мой внешний вид, конечно. Я сегодня такая, типа, на чиле, на расслабоне вообще. Так, смотрите. Вот они наши тарелочки. Иди сюда, держи водичку. Бонни, иди сюда. Иди. Водичка. Приучаю выходить на салфеточки. Иногда это получается, иногда не очень. Короче, вот такие чаши из кокоса и покрытые ракушкой. Прикольные, да? У меня такие же есть чаши деревянные. Чаша одна из деревянная, большая. Тоже с покрытием из ракушек. Очень красиво. У Донцовой двойняшки от Бардикова. Очень информативно. Что у него с задними лапками? Иди сюда, я тебя отцеплю. Что у малыша с задними лапками? Все нормально. Он же еще щенок. О, какая жара, вы не представляете. Я попала в самый сезон. В самый разгар. Это считается сейчас лето. Очень душно. Еще сейчас, перед Новым годом, невероятные пробки. Просто стоит весь Чингу. Стоят и байки, просто там такие колонны, и машины. Все вместе стоим, ждем Новый год. Поэтому я сегодня вообще не хочу никуда выезжать. Сегодня чисто буду чилить дома. Сейчас поем шоколадку. Просто отдохну, дам своей голове разгрузиться, потому что я сейчас долбала своими всеми этими обучениями, своими какими-то новыми странами, новыми людьми. Просто мозг, мне кажется, уже перегружен всем новым. Я не даю ему возможности просто это все переварить, адаптироваться. А это очень, очень важно. Показать вам
Виллу. Не Вилла у нас гест. Это мальчик Бонифаций. Сейчас градусов, наверное, 28. Где-то так. Нет, кредиты я не беру. Долгов тоже нет. И в долг стараюсь тоже не давать. На доску я, кстати, пробовала 3 года назад вставать. Не знаю, как-то мне не очень зашло. Ну, мы вставали без инструктора. Не мое, не знаю. Что-то я как-то не хочу распыляться. Новый навык — это опять изучать. Это надо нарабатывать 10 тысяч часов, чтобы стать профессионалом. А просто типа плюхаться, ну, не очень. Уже хочется в чем-то быть профессионалом, мастером. Потому что доска — это просто, это, знаете, как с сноубордом. Ты 2 часа едешь в гору, собираешься, поднимаешься, чтобы потом 10 минут покайфовать на съезде. Также с серфом ты будешь гребсти через эти волны. 2 часа будешь гребсти. Потом волна придет, ты можешь встать и просто упасть, и все, и тебе опять надо заново что-то гребсти. 2 раза были на проекте, да. 2 раза. Вспоминала недавно проект. На самом деле это прям мое место. Ой, ты молодец, пописил! Молодец! Пописил на улочке! Ты мой хороший! Молодечек! Умничка! Умничка! Приучаемся на улицу ходить в туалет, да? А то я вчера пришла домой, все в какашках. Все обоссанное. Не хотите в Америку, в другие страны? Пока что нет. Но я подала, на самом деле, на розыгрыш грин-карты. А возможно, выиграю грин-карту, оформлю и тогда полечу. Но на данный момент хочется заземлиться, побыть в одном месте, чтобы обрести друзей, знакомых, чтобы было место такое, такая база, в которой я буду чувствовать себя. Ну, я уже чувствую себя здесь как дома, на самом деле. Здесь прям так уютно. Мы на доме 2 выросли, это ваш трудом, 100%. Я была еще ребенком, когда я была там первый раз. Как настроение? Да какое-то непонятное, я не знаю. Я уже говорила, какое-то состояние немножко потерянности. Еще в связи с тем, что отравление. Кое-что странненькое. Я принимаю. Понимаю, что это какой-то нужный этап, период. Не так много еще новых знакомых, друзей здесь. Настроение просто уйти из себя. Вот. Но завтра, я думаю, все изменится. Завтра будет мини-путешествие. Мы поедем на другой остров. Я оплатила тур. У меня знакомый делает здесь тур. У него свое мини-комьюнити. Вот мы поедем в компании 12 человек на соседний остров, где будут европейцы, где будут праздновать именно Новый год. Балийцы не празднуют Новый год, вот, поэтому мы едем на другой остров, где будут в основном европейцы, где все будут в теме, в теме праздника. Вот. Еще говорят, в Чунгу будет очень много людей, трафик, и будет не так атмосферно. Вот, мы едем на Гиле, там будет классная вилла, компания, снорклинг. Кстати, кто есть на Бали, скажите? Есть это же кто-то, те, кто живут на Бали? Ты красивая. Спасибо.
Да, я тоже с каждым днем все больше вижу в себе красоты, все больше себя люблю, все больше принимаю. Важно направлять фокус внимания на плюсы. Кожа, да, испортилась. Перманент бровей, нет, не больно. 27 лет мне. Я маленького не оставлю. Спой Джорданы. О. На ногах Джорданы. Я так красиво снова. Держу твою руку, позволив разлуку, твое потеряю слово. На ногах Джорданы. Любимого цвета кола. Осталось понять, что мы друг для друга. Ты взглядом ко мне прикован, да. На ногах Джорданы. Еще вот должна песня выйти, как бы, вторая, но... Ну, как бы мне ее сделали не очень, и я не знаю, переделают ли мне ее. Я пока что даже не хочу в это вникать, потому что я расстроена из-за этого. Да, конечно, и голова становится быстро какой-то такой уставшей здесь из-за того, что влажность. Кожа портится, но во всем есть свои плюсы. Скоро этот сезон жары закончится. Спасибо, девчонки, за комплименты. С Ильей не общаемся. Но я всем очень благодарна, тем, кто был со мной в этом году. Тем, кто меня предал, тем, кто был рядом. Всем спасибо за опыт. Все это было нужно для того, чтобы я... Для того, чтобы я стала вот такой сейчас. Нет, у меня нету отношений. Я выстраиваю отношения с собой. На данный момент здоровые отношения с собой. Приучай Бонни. Приучай как? Ну, он пока что еще очень маленький, но я стараюсь там его и поощрять, когда надо. Вот он уже команду знает на место. Плакала вчера, потому что мне песню сделали уже второй раз. Не очень, и не понимают, что не так. А я, ну, как бы людям доверяла и ожидала совершенно другого результата. Отдала за это, ну, немаленькую сумму для меня, 100 тысяч рублей, как бы я заплатила за то, чтобы мне переделали аранжировку и свели здорово. А в итоге получилось, что вообще ни о чем просто получилось. Мне не нравится, как звучит. А, так, давайте попоем. Что спеть вам, скажите? Где же ты, где ходишь, голову слона? Та-т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 а
тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно во тьме. Живу я. Хоть строчечку ты напиши. Красотка, спасибо. Я не знаю, сколько градусов. Я, кстати, ни разу не смотрела. Ты какая-то несимпатичная. I'm sorry. Ребят, все в этом мире возможно. Вот мне про животных пишите. Все возможно. Классный трек, спасибо. Как же итальянец? Расстались? С чего взяли, что у нас были отношения вообще? Мы общаемся с ним до сих пор. Его зовут Дарио.
Привет, привет. С вами, ну, редко бывает так, что переписываемся. Я ему вчера там скинула фотку старую нашу. Мама скинула мне, говорит, ВКонтакте смотрела. Так, чисто по, ну, по-родному, по-свойски. О, смотрите. Бонни, Бонифаций, ты что, цветочек там лежишь, нюхаешь? Цветочек взял нюхать? Цветочек нюхает. Принес цветочек себе, лежит с ним. Где я нахожусь? Я на Бали. Лиза, все, у тебя круто, ты классная, не слушай никого. Все, кто пишет гадости, недовольны жизнью люди. 100%. Ну и все мне, возможно, нравятся, у всех разный вкус. Все будут всегда говорить все по-своему, через свою призму, через свою боль, через свои обиды, через свои разочарования, через свои ошибки. Так что самое главное — знать за себя. Спасибо за комплименты. Всем тоже желаю счастья, удачи, успехов в новом году, чтобы этот год принес много радости, изобильным, чтобы на хорошие эмоции, на классные события, на новых замечательных людей, добрых. Сейчас вообще все меняется в мире. Сейчас тенденция такая, что люди становятся с открытым сердцем, с открытой душой. Все очень сильно меняется. Раньше была другая эра. Раньше как раз-таки все было через насилие, через какое-то сопротивление, через труд, через достижение, через жопорвение. Сейчас все меняется. Сейчас люди становятся более открытыми. Сейчас все приходит проще. Сейчас больше люди уходят в духовность, задумываются о важных вещах, о глубинах. Конечно, грустно было, когда дома два уходила. Рост 170. Спасибо. Ясный мой свет, ты напиши мне слезую дождя на дона. Вот он прибежал. На песне прибегает. На мокром огне.